мне кажется, ни одна группа не ждала так сегодня выступления, как мы, потому что, ну, во всяком случае, я приехала в 11. С 11 часов я, в общем, послушала зато всех артистов. Вообще, очень крутой фестиваль, вы согласны со мной? Вот так. А теперь, дорогие друзья, если вы не против, немножечко лирики. Наша новая песня, песня авторская. Кстати, пользуясь случаем, приходите к нам 17 числа на концерт в Зеленый театр в Москве. Приходите, будет классно. И вот песня совсем-совсем новая. Называется она «Мамина босанова». Погрустим. Товарищ мой.